Всем привет! С вами Наталья Амапола, и сегодня в мастер-классе я покажу вам, как вышить вот такую замечательную брошь розовый фламинго. Если вам нравится идея создания такой броши, оставайтесь вместе со мной, я покажу и расскажу, как легко и просто ее сделать. Итак, по материалам. Нам с вами понадобится флизелин, склеенный в 4 слоя, вот, и соответственно, обводим на флизелине будущий контур нашей броши. В данном случае у меня вот такой розовый фламинго. Это еще не законченная работа. Здесь изнанка. Надо доделать еще. И из бисера нам понадобится... Буду использовать вот такой розовый бисер. Жемчужный, очень красивый. Его цвет 37-398, 17-173. Тоже размер его десятка. Немножечко, может, добавлю сиреневого бисера для контраста. Ну, а также нам с вами понадобятся всевозможные бусины, которые вы желаете использовать в вашей броши. Стразы, возможно. Вышивать я буду вот такими нитками для вышивки бисером. Они очень прочные и очень тонкие. Из бусин я буду использовать вот такие мои любимые бусинки риса. Возможно, буду использовать вот такие материалы еще в своей работе. Это мелкие крупные бусины 2 мм, 6 мм, стеклярус нежно-розового цвета, стеклярус абрикосово-персикового цвета и вот такие крупные розовые бусины. Возможно, что-то буду использовать, возможно, в общем, я отталкиваюсь от того, как у меня идет вышивка. Да, также понадобятся нам пайетки. Мне кажется, что с пайетками намного праздничнее и ярче смотрится брошь. Возможно, использую стразовую цепочку из камней в цапах. Ну вот, собственно, такие материалы. Материалы могут быть самые разные. Вот жемчуг натуральный здесь прилепила. Мне показалось, что с ним будет интересней. Немножко черного и немножко темно-розового, либо такого вот красноватого для носика. Ну и мы приступаем к вышивке нашей прекрасной броши. Весь бисер очень качественный и ровный. Весь бисер приобретен в мелодии бисера, бусины там же. Собственно, все. По материалам рассказала. Дальше по ходу работы объясню, почему у меня такой интересный микс. Просто для работы мне удобнее пользоваться, вот когда весь бисер у меня перемешан, и мне не надо бегать иголочкой по кучкам и подцепляя ту либо иную бисеринку. Мне просто так удобнее работать, скажем так, потому что во время работы я перемещаюсь, бывает, из одной комнаты в другую. Не обязательно я работаю за своим рабочим столом, поэтому мне так удобнее, мне так комфортнее. Если вам комфортнее рассортировать бисер ваш и бусины, и пайетки по кучкам, но согласитесь, кучек будет много, и все равно вы будете путаться и лишние движения делать иголочкой. Мне удобнее так, поэтому у меня будет следующий микс. Вот такой. Все, задеваем в иголку нить и приступаем к вышивке. Начнем с того, что вышьем контур нашей будущей птички. Для этого я делаю зажигалкой узелок, подпаливаю хвостик и где-то по контуру с изнаночной стороны делаю узелок на ткани. Можно использовать фетр, либо любую ткань несыпучую. Далее я вывожу нитку на лицевую сторону и начинаю пришивать. Я решила использовать для контура сиреневый бисер, чтобы немножечко разграничить контур и основную зашивку тела. И провожу иголку на расстояние двух бисерин вниз. Теперь вывожу иголку между этими двумя бисеринами, двигаюсь четко по нарисованному контуру. Вывожу иголку и прохожу через крайнюю бисеринку. Подтягиваю. Вот две бисеринки у меня надежно зафиксированы. Далее точно так же набираю 2. Точно так же прокалываю на расстояние 2 бисеринок от предыдущего стежка. Затягиваю. Вывожу нить между двумя этими только что пришитыми бисеринками. Двигаюсь четко по контуру. Снова прохожу в крайнюю бисеринку по ходу плетения. Затягиваю. Снова набираю 2. Снова делаю то же самое. Прохожу на расстояние 2 бисеринок. Поначалу вам будет сложно расстояние 2 бисеринок, но потом вы набьете руку, и ваш глаз будет сам определять это расстояние, и вы будете безошибочно шить, когда у вас придет немножечко опыт. Затягиваем поплотнее, потуже. Вот такой бисерный ряд. Вот таким стежком нам нужно прошить все. Останавливаемся мы вот здесь, где у нас клювик. Здесь будет черный у нас бисер, либо стеклярус. И контур полностью обшиваем таким способом, как показано на видео. Итак, вот я вышила по контуру будущую брошь. И теперь нам нужно пройти по всему контуру, стянув бисерный ряд. Просто иголкой с ниткой пройдите, стягивая при этом бисеринки. Итак, делаю узелок на изнаночной стороне. Вывожу нитку на лицевую сторону. И сейчас мы пройдем с вами через все бисеринки, для того, чтобы стянуть их и выровнять. При этом подтягивайте нитку хорошенько. Если одного раза недостаточно будет, пройдите, пожалуйста, еще один раз по всем бисеринкам, по контуру всей вышивки. Вот смотрите, было не очень ровно, подтянули, и бисерный ряд вот здесь мы с вами прошили, выровнялся. Далее через все бисеринки таким же способом проходим и подтягиваем ниточку. У меня есть вот такой большой пришивной страз, но он, к сожалению, не розового цвета. И также у меня есть кусочек вот такого розового фатина. Мы вот так его обернем. Итак, когда мы обшили, обтянули наш страз, теперь мы его пришиваем в том месте, где вам больше всего кажется это уместным. Теперь я нарезала фатин на вот такие полосочки, и далее я их присоберу и сделаем имитацию оперения. Итак, присобрав данную полосочку, пришиваем ее где-то вот в районе там, где у нас крыло. Разравниваем так, как больше нравится. И несколькими стежками пришиваем. Теперь вокруг нашего страза я вышью ряд вот такими бусинками жемчужными. Буду набирать по 2, точно так же, как мы с вами вышивали контур, и пришивать близко к камешку. Далее выходим между двумя этими бусинками и прохожу в крайнюю, подтягиваю, снова набираю 2, снова прокалываю близко к камешку. Ввожу ниточку между бусинками. В общем, вначале я пришиваю всякие крупные элементы: бусины, стразы, камни, капли и все, что крупное. Пришиваем наши капельки и пришиваем. И я буду обшивать арочками, набирать по 3 бисеринки розового цвета, чтобы не слилось с контуром. 3 розовые набираю. И по диагонали, вот так, как показано на видео, по диагонали, я буду проходить иголкой, делая такие вот арочки из бисера по 3. Итак, вот я обшила пустующие места здесь бисером. И далее здесь как ложился стежок, так и шла вышивка у меня. Здесь я немножко стеклярус вставила. Пришиваем жемчужинки. Рядом пришиваю еще одну бусинку. Хоть он и не розовый, а просто белый перламутровый, все равно я считаю, что очень классно смотрится он в этой работе. Итак. Вот так сейчас все это выглядит. Итак, вывожу в нужном месте мне по центру ножки иголку. Набирать буду по 2 стекляруса. Точно так же, тем же способом, как мы с вами вышивали. Прохожу вниз. Вывожу иголку вверх между двумя бисеринками и прохожу в последнюю по ходу плетения, по ходу вышивки. Набрала. Прохожу иголкой вниз и вывожу иголку между и прохожу крайнюю. Вот наша лапка вышита. Со второй ножкой поступаем точно так же. Кстати, на эту птицу, на создание такой брошки, меня мотивировали мои дорогие подписчики, которые очень просили показать такую брошь, мастер-класс по вышивке именно розового фламинго. Поэтому я с удовольствием исполняю вашу просьбу, так как мне тоже очень нравится эта птица. Поэтому вот, собственно, я просто показываю, как это делаю я. Возможно, вы используете другие техники, другие материалы, и у вас получится еще более красивая птица, в чем я ни капельки не сомневаюсь. Вы очень большие умнички и молодцы все у меня, поэтому это такой творческий очень процесс. Здесь индивидуальный подбор и материалов, и расположение данных материалов. Отнеситесь, пожалуйста, к данной брошке творчески, и я думаю, что она получится у вас индивидуальная, неповторимая и самая-самая красивая. Теперь я буду заполнять все вот эти маленькие промежутки, которые мы не зашили, розовым бисером. Прохожу точно так же по 2 раза на всякий случай. Еще одну набираю. Вот таким вот способом шьем до головы. Пришиваем. Мне это вот такой, не знаю, как его писать, темно-розовый, что ли, или красный. Не знаю, в общем, красивый бисер. Весь бисер у мелодии бисера очень красивый. Так, хаотично заполняем. Между бусинами, близко к стразу, набираю 4 бисеринки. Набрала. И прохожу вот так между бусинками. Я решила заполнить места между клювом и грудкой прозрачным бисером. И обводим ее на картоне. Теперь вырезаем. У меня это натуральная кожа. На изнанку переносим рисунок. И вырезаем. Вот таким вот способом. Просто на глазок я примерно чуть-чуть уменьшаю. И снова вырезаем. Итак, все наши детали готовы. Мы вырезали кожу, мы вырезали картон на 2 мм меньше самой вышивки. И теперь нам остается все это собрать. Для этого мы промазываем клеем изнаночную сторону нашей птицы и приклеиваем картон. Вот таким вот образом. Итак, наша птичка полностью высохла, клей хорошо схватился, и теперь мы приклеиваем кожу. Намечаем здесь, где будет наша булавочка. Теперь снова промазываем нашу птичку клеем. И мне понадобится прозрачный бисер для того, чтобы обшить по всему краю нашу прекрасную брошь. И делаем узелочек. Завожу иглу между слоями. Узелок. И еще один. Вот так. Нить надежно закреплена. Теперь я вывожу ниточку на изнаночную сторону через оба слоя. Точно так же поддеваю, делаю узелок. И приступаем к обшиванию нашего края. Набирать я буду по одной бисеринке. У меня это прозрачный бисер номер 10. Проводить иголку буду вначале в это же самое место. После этого пройдем в эту бисеринку снизу вверх. Далее снова набираю одну бисеринку. И снова повторяю все то же самое. Провожу иголку через оба слоя. И провожу ее снизу вверх через только что добавленную бисериночку. Затягиваю. Снова набираю одну бисеринку. Снова провожу иглу через оба слоя. И через бисеринку снизу вверх. Маленький секрет вам открою. Старайтесь не задевать бисерный ряд, расположенный по краю изделия. Если вы не будете это контролировать и будет у вас этот ряд задет, то его, скорее всего, поведет, и он не будет таким ровненьким и красивым. Я стараюсь проходить иглой только через эти два слоя, минуя бисерный крайний ряд. Это очень важно. И снова я провожу иголку снизу вверх через только что добавленную бисеринку. Итак, продолжаем вышивать по кругу всю нашу брошечку. И вот что у нас с вами получилось. Если вам понравился мой урок, ставьте пальчик вверх. Если урок вам не понравился, ставьте пальчик вниз. Я буду очень рада знать ваше мнение, понравился ли вам мой урок. И на этом я с вами прощаюсь. Всех вас очень-очень люблю, целую, обнимаю и всем пока-пока!